все. Надо вытекать. Вот, дорогие друзья, дорогие курганцы, вот я выступал на дне города 20 августа, а 27 августа буду выступать в Шадринске. И вот хорошо, что мои друзья привезли меня на Голубые Огозера, на которых я не был никогда, только слышал. И вот моему вниманию вы видите, что через каждые 10 метров все свалено в мусоре. Банки, бутылки. Вот мы говорим о наших земляках. У нас такая природа, такая хорошая вода голубая. Мы умеем отдыхать, но посмотрите, что после этого происходит. Сюда приходят наши дети, сюда приходят наши внуки. Где живем, как говорил Терентий Семенович Мальцев. Снимите меня, пожалуйста. У меня вот снимает молодой человек, который меня не знает. Где живем, там и срем. И вот пока мы не научимся себя вести нормально, так и будем жить в говне. Вот. Это я всем землякам говорю. За Урале, курганцам всем. Ну просто противно. Посмотрите, что творится.